Дима. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Привет, доброе утро. Мы идем с малышом гулять. То есть я встала перед пилатесом, хочу погулять с ним, потому что дочь терпит, видите, со мной так смотрит мне в глазки. Малыш, мы гулять идем. Мы гулять идем, мой мальчик. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Погода немножко не такая хорошая. Ветерочек. Мы идем с малышом гулять. Спонсор моего канала — онлайн-платформа Гигос. Сколько дней он у меня, а я ни разу его не сняла. Как он гуляет. Посмотрите, вот какой он умница. Он на территории Ситы ни за что не пописает. Вы понимаете, какой умный дитё. Иди, мой хороший, иди сюда. Иди, иди, мой солнышко, иди. Вот сейчас вот он. Пойдем, пойдем сюда, пойдем на ту сторону. Пойдем, моя лапуля, пойдем, пойдем, мальчик мой. Пойдем, мой мальчик, посмотрим, собачек нету налево, направо. Да-да-да-да-да-да. Умница, умница. Давай, начинай, мамулечка, давай, давай. Ой, ты терпел всю ночь. Умничка ты моя такая. Умничка. Посмотрите, у нас какая речка бурная сегодня, бурно. О, посмотрите, снегу специально. Даже дождь был ночью. И так посмотрела, сухо уже на тротуаре, но посмотрите, какая речка. День, интересно, удочки. Куда идем, малыш, куда? Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. 15 минут у меня есть, малыш. Погуляем. Да, малыш? Нет. Там собака большая, я не хочу проблем. Пошли, пошли в другую сторону. Ой, я так боюсь, где собаки, потому что я не готова. Смотрите, там какая овчарка. Ой, нам овчарки не нужны. И вот, Геннадий, наш сосед. Там он. Вы посмотрите, вы видите? Вы видите? Женщина даже убежала. О, и там собака. Вот это да! Пошли, пошли. Пошли, малыш, пошли. Какой он, вы видите? Никак не переносит эту соседскую собаку. А там овчарка, блин, я тоже боюсь с ней. Она в ту сторону. Короче, такая смешная ситуация. С собаками вышли гулять, а хозяйки больше боятся, чем собаки. Он у меня какой мужик. Да, малыш? 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 Стой, малыш, стой. Стоит. Иди, малыш. Стой, малыш. Посмотрите, какой он умница. Он все команды знает, мой малыш. А где эта овчарка? Это их не видно. Давай, гуляй, 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 мой мальчик, гуляй, быстро. Вроде бы все, собачек нет, исчезли. Гуляй, 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 давай, давай, давай. Давай, мой старенький, давай. Ой, соседи сюда позже выходили, а почему они так рано вышли? Ну почему ты так не любишь эту собачку? Ну такая же добрая собачка, а? Ну почему ты так реагируешь плохо? А? Малыш, почему ты так реагируешь плохо? Скажи мне. Разве можно? Это же соседи наши. Малюська ты моя. Малюська ты моя. Спасибо, спасибо. Видите, какой ветер. Ну, не холодно, знаете. У меня так, зуб болит. Сегодня иду, наконец-то, к врачу зубному. Потому что у нас же надо брать рандеву, заранее записываться. Да, обезболивающее как-то вот я... до этого времени сейчас выпила, но пропускать спорт никак. Хочу уже, раз начала, значит, продолжаю. Я
очень серьезный человек, ответственный. Если что-то начинаю, то довожу дело до конца. И еще как раз вот из-за этого зуба, зубной боли, у меня и аппетита нету. Вообще я что кушаю, сама не знаю. Ну куда пошли? Пошли, возвращаемся, пошли. Возвращаемся, не надо далеко идти. Вот мы дошли почти до базара рыбного. И, в общем, вот это что за фрукты, я никак не могу понять. Такие огромные, никто их не кушает. А ветер холодный, чтобы не надуло мою щеку. Малыш! Малыш! Ты герой у меня? Малыш! Малыш! Да ладно, ладно, давай, давай, давай. Писай, писай, давай, мой сладкий, давай. Спортом бегает. Мы тоже спортом будем скоро заниматься. Да, малыш? Да, да, да. Ну не торопись, не торопись. Медленно иди, медленно. Дур, стой, стой. Посмотрите, как он слышит кого. Иди. Умница, такой умный песик. Знаете, он приехал сам с Германии, привезли Татьяне его. Он и немецкий знает. Очень умный песик. Я говорю, у него проблем нет. Но он любит, не любит он корм есть. Только натуральные продукты. Ой, ой, ой. Да, 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 под каждым кустик. Ой, умница-то какой мой. Умница. Вчера столько гулял в такую погоду. Вроде бы собачек нету. Да, мой хороший? Да, мой сладкий. Мой сладкий такой. Как он маму любит. Как он мамой спал. Знаете, что под ноги, в ноги. Сверху ложится на одеяло. Спал. Любит играться. Мы с ним с утра уже поигрались. Вот так вот. Гуляем, короче. Сейчас сделаем вокруг обход нашего дома. Рядом дом, парк. Один день погуляем здесь, покажу вам наш парк. Вид у нас, конечно, шикарный из окна. Сейчас ремонтируют, тут покрасили эти стены. Забор, то есть, покрасили. Вот такие животные у нас. Красивый парк, да. И тут очень много посещаемости его большая. Особенно, когда хорошая погода, устраивают пикники. Вот. Малыш бежит, бежит малыш. Стой, посмотрим, что там. Собак нету, кошек нету. Малыш какой сладкий у нас. Сейчас опять гулял. Дождь у нас. Вот посмотрите, что он сделал с этим, с одеялом. Он, видно, замерз, и под него он залезает, залезает. Малыш, малыш, тебе холодно? Малыш, малыш, эй, тебе холодно? Ты мой сладкий мальчик, тебе холодно, мой мальчик сладенький. Укрыть тебя вот так, да, укрыть? И ночью тоже, знаете, что как нам под, с мужем, со Шкымом лезет под одеяло. Но больше с его стороны. Он так его полюбил, он же с ним больше гуляет, чем я. В общем, нам весело. Осталось 2 дня, и его мамочка приедет, его заберет. Мы уже так привыкли к нему. Сегодня я его покормила. Купила ему печеночку, покушал он. Тефтельки сделала с курицей, но вот он не кушает такое. Любит печенку. Пришел ко мне сегодня со Шкымом на зумбу. Всем он понравился. Красавчик мой! И знаете, что боится грозы? Молнии, грома. А я не поняла сначала, почему он прибежал на кухню и мне лапкой об ножку что-то говорит. Скулит, скулит. Ну, потом его мама позвонила и сказала, что так и так может быть такое. Я говорю, ну, такое и было, мы не понимали, что он хочет. И Ашкыма лапкой, и меня лапкой. Что-то хочет объяснить, не понимать. Вот такой вот он умный у нас. Устал, устал, сыночек, пускай спит. Малыш! Малыш заснул. Нагулялся, заснул, молись мой, молись, молись, мальчик мой.
Как он лег красиво, как он лег красиво, как он маму любит. Маму любит мальчик. Ай, ты мой красавчик такой. Мой малыш. Ау-ау-ау. Ау-ау-ау. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки или дизлайки, написать комментарии и не забудьте нажать на эту кнопочку, которая находится внизу под видео. Если у вас будут какие-то вопросы, можете найти меня по ссылке, которая находится в описании на Instagram. Подписывайтесь на меня тоже в Инстаграме. С вами была Светлана Та. Пока-пока!